Вот мы добрались до деревни Маска. Потом нам надо будет вот на ту сторону этого Косогора лезть. Спускаться там где-то дальше. В саму деревню? Я не знаю даже. Ну, если только дальше спускаться. Ну, сейчас дальше пройдем, посмотрим. Там церковь еще интересная. Церковь? А спуститься как можно туда? Ну, то есть проехать и там припарковаться дальше, да? Да нет, там дорожечка будет сейчас вниз. А, спасибо. А тут все это пешком можно? А, ну вон, да, вон дорожка. Я рюкзак-то возьму сейчас. Угу. Обалдеть. Как нам отсюда выбраться? Блин, классно. Только до моря далеко. У меня дед как-то брата привел. Брата привез двоюродного. Брат говорит, а сколько до моря, дед, идти? Час идти, час точно идти. 4 часа туда, 6 назад. В город-то повесели. Они там спали, естественно, потому что стемнело. Дед такой веселый. Русский? Да. Молодец. Сходили.